В Москве прошла церемония награждения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Церемония прошла в Музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. На ней отметили, что театральная жизнь не замыкается только в крупных городах страны, а развивается по всей России. Поэтому в нынешнем году в числе лауреатов большая часть мастеров сцены из регионов. Рекордным оказалось и количество номинантов – 213 человек. А лауреатом премии Союза театральных деятелей России «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стал якутский режиссер, государственный советник республики Андрей Борисов. Во-первых, это четвертая маска Сахатеатра. Поэтому Сахатеатру не впервой. Так, вот. Но с другой стороны, это получилась такая именная маска. Маска, да? И вот Степанида 4 раза была номинирована на «Золотую маску». Поэтому у меня некоторое чувство такое, как бы, ну, скажем так, все равно маска к нам пришла, в нашу семью. И эту маску я при зрителях, при всех хочу вручить Степаниде. Поэту Степаниде, я вручаю тебе эту маску, но в будущем я уверен, что у нас будет еще. Конечно. Все еще впереди. Конечно. Это только, как бы сказать, середина пути. А теперь, Стеша, я тебя поздравляю с маской. Тебе же вручить.